Вот так вышивают чехлы на различные авто. Достаточно лишь задать технике нужные настройки. Этот процесс резки не менее залипателен. На секунду даже кажется, что режут масло, а не металл. А вот и токарный станок. В умелых руках он обеспечивает идеальную точность. Продолжаем резьбу, на этот раз по дереву. Насладимся тем, как с деревом работает лазерный резчик. А эта машина занята плетением, но не ткани, а золотой проволоки. Прежде чем засиять на груди у лучших, медали обычно проходят процесс окрашивания. Этот станок скручивает металлическую проволоку в пружину буквально за пару секунд. Вы задумывались, как делают палочки для еды? Вот ответ. Любители эскимо наверняка возмутятся. Добавлять к глазури и топпинги можно и щедрее. Оказывается, закрывать пиво не менее приятно, чем открывать. Перед вами процесс нарезки сразу 4 кусков мяса.
А вот работа одной из систем контроля на производстве бумажных стаканчиков. Машина, которая снится поварам в страшных снах. Самое время взглянуть, как делают пельмени. Этот процесс занимает всего мгновение. Была заготовка, стала пластиковая бутылка. Внимание любителям йогуртов. Именно так в двухслойные варианты попадает вкусная начинка. Характерный завиток у классического мороженого в вафельных стаканчиках – результат работы вот такой системы. Пельмени уже были, куда же без вареников? Вот такой винтовой синхронизатор помогает добиться максимальной эффективности производственной линии. Данная же система отвечает за формовку металлических колец. Для работы с партией яиц требуется максимальная аккуратность при достаточно высокой скорости сортировки. Внешне это устройство похоже на двигатель из научно-фантастических фильмов. Но на самом деле перед нами система для металлической оплетки шлангов. Нужно выложить продукцию в определенной последовательности, поможет этот робот. Пила – это один из наиболее востребованных инструментов, диски для которого и производит данная система. Дополнительно упаковать готовую продукцию не повредит, да и клиенту будет приятно. Кажется, что эта система работает медленно. Не переживайте, она умеет и вот так.
Водонепроницаемые и стойкие к бытовой химии перчатки можно производить и вот таким способом. Еще одна система плетения. Завораживает, правда? Работа со сталью может быть не менее захватывающей. А теперь мы видим процесс запечатывания трубы. Не только красивый, но и эффективный. Штамповку шайб лучше всего поручить этому механизму. Переходим к завораживающему процессу работы станка с ЧПУ. А сейчас аккуратно нарежем арбуз. Даже для этой задачи придумали специальное устройство. После тяжелой работы можно и перекусить. Никто не хочет пирога с кремом. Или вот таких пирожных. Их процесс изготовления даже более изящный. За кулисье фабрики по выпуску карандашей. Мы сейчас наблюдаем за штамповкой. Современные шреддеры могут измельчать практически все. Включая баскетбольные мячи, фильтры и даже автомобильные шины. К счастью, уже существенно менее актуальное в последнее время производство. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете.